Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника приобрела современный конусно-лучевой томограф. Новое оборудование поступило еще в конце прошлого года. Сейчас оно полностью смонтировано и испытано. Александра Литкова расскажет подробнее. Главное преимущество современного томографа заключается в том, что оборудование значительно сокращает дозу облучения для пациента. Облучение при этом длится всего 4 секунды вместо 18, а полное изображение головы он может сделать за одно сканирование. За один оборот излучателя вокруг головы, в то время как предыдущие все томографы, ну и серии томографов стоматологических, им надо сделать больше вращений. Дополнительные нужны еще к ним приспособления, чтобы сделать полное изображение головы. И в соответствии с этим, так как происходит одно вращение, а не два и не три, то уменьшается и лучевая нагрузка на пациента. Аппарат дает 2D и 3D изображение, делает 3D сканирование и будет использоваться во всех сферах стоматологии, а также может использоваться отоларингологами. Лор-врачи также видят гайморовые пазухи, лобные пазухи, сосцевидный отросток, среднее ухо. Все, что им надо, они на этом аппарате увидят и в качестве лучшем, чем, например, томограф, который находится сейчас в окружной больнице. Общий. Он предназначен для общих исследований, а вот у нас конкретно вот голова. И качество изображения нашего томографа, оно в разы лучше качества других томографов. Медицинская техника была приобретена за счет окружного бюджета в целях модернизации стоматологической поликлиники. Учитывая, что у нас рентгеновские исследования очень востребованы, и то имеющееся оборудование, которое было, не справлялось с той нагрузкой, часто выходило из строя и не удовлетворяло всем требованиям докторов, которые нуждались в диагностике. Поэтому было принято решение купить самый современный компьютерный томограф, который поможет нашим докторам делать качественные снимки, видеть всю патологию, которая есть в полости рта у человека, также можно видеть все проблемы, которые связаны с челюстно-лицевой системой, лор-органы, мелкие суставы, в том числе и конечности. Поэтому аппарат, который мы купили, это самое последнее слово техники. Такого аппарата нет ни у кого по северо-западу. Медицинское учреждение посетил глава региона Юрий Бездудный. Главный врач поликлиники Алексей Абрамов рассказал об укомплектованности кадрами. На данный момент у нас укомплектованность 100%. Сейчас еще приезжает на следующей неделе еще один доктор. Помимо того, что мы укомплектованы, у нас еще два детских стоматолога по уходу сидят. Один доктор на длительном больничном сейчас находится. И периодически отпускал у нас. Записаться на прием к специалистам стоматологии можно несколькими способами. Через портал госуслуги и доктор83, а также на сайте учреждения или через колл-центр. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Алексей Орлов, телеканал «Север».